Рывками, рывками. И... цепляемся. Так, по-моему, приехали. It is the greatest cruelty of life that we're all too swiftly taken from it. We age, we decay, we die. Да, поэтому надо сдохнуть побыстрее. They're following me, watching my every step. I know them by name. Ну уж, папаша, не знаю, у тебя, по-моему, паранойя разыгралась. Это что-то на уровне ассасинов. Не, ну шикарная хата. Сиди себе, чаек попивай. Ни о чем особо не волнуйся. Как будто в Лондоне скучно. Зачем тебе Сибирь? Ну ладно. Кого я пытаюсь вразумить, если уж говорить откровенно. Это тот самый ледокол, с которым мы потом прыгали. It's me. Anna. Oh God, I'm so sorry. What are you doing here? I saw the gutter press was attacking you again. I thought you could use some company. No lies. Were you followed? Еще одна сумасшедшая Крофт. Ну, желтая пресса в этот раз, по-моему, не ошиблась. I think I found the tomb. You can't be serious. The myth of the prophet is real. Dad was right. Слушайте, а что если ей там в Сибири все это привиделось? Там на самом деле никакого города нет? А это ее суперглюк какой-то. Вот такой вот твист предлагаю сразу. Не знаю, как это там будет дальше развиваться, но я буду поддерживаться этой линией в сюжете. But he was a broken man. I don't want to see you end up like him. But Anna, he was right. It was everyone else who was wrong. Ну все, она помешанная, все ошибались. А, еще и в Сирии гробница. Ты ничего, новости не читала? Не знаешь, что в Сирии происходило в эти годы? Ну конечно, у тебя же глюки были. Сходи к психиатру и разберемся. Don't go down this road. You know where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the prophet's tomb. Ну, вот это я называю вдохновленная сумасшедшая. Нет, честно говоря, хочется даже пройти по ее пути. Что я и сделаю.